Заместитель мэра Магадана Александр Малашевский провел еженедельную прямую линию. Дозвонившиеся могли лично задать свой вопрос или разрешить беспокоящую проблему. Я хочу вам немножко пожаловаться, что вот остановка, которая вот на Гагарине, возле штопора, напротив такого комплекса, там снегу все эти скамейки, даже присесть некуда. К решению проблем Александр Малашевский подошел оперативно. Сразу после обращения жительницы города на прямую линию были даны указания для расчистки остановки. Очистить от снега, в том числе скамейки. Я, честно говоря, не помню, там скамейки есть или нет. Но она в снегу, скамейка. Это... очистить там магазины, не магазины. И вторая тоже автобусная остановка, известная в нашем городе, «Ветеран». Там мало того, что уклон большой, и тоже скамейки в снегу. Также прозвучал вопрос о демонтаже детской площадки на Бассейновой улице. Вопрос у вас какой? У нас демонтировали детскую площадку на Падресе, переулок Бассейновой, там 10П. Вот хотелось бы узнать причину демонтажа. Сейчас очень жесткие требования предъявляются к состоянию детских площадок. Поэтому, если есть какие-то изъяны, она подлежит демонтажу. Обратиться на прямую линию можно каждый понедельник, среду и пятницу с 2 до 7 часов. Любовь Голембиевская, Александр Фещенко, Магаданское время.